Спасибо вам, граждане, что пришли послушать солдата царской армии. Какие дела он сам видал, что от других слыхал. Правда ли все или сказка, сам не скажу. Только сказки без правды нет. А правда бывает на сказку похожа. И еще прошу во внимание взять, какой шел год. А год шел 1917. Месяц октябрь. Снил. Говори. Какие толки насчет замирения? Насчет замирения. Замирения не ждите. Не будет. Был я на станции. Пытался узнать. Ничего нет. Люди гуляют. Жрут. А мы забыты на веки веков. Погибли мы, братцы! Уходить надо без размышления! Уходить нельзя! Не дезертиры! А надо верных людей послать в Питер! Не заседать! Не галдеть! А прикладом об стол! Дай мир! А что немец? Другим местом делом, что ли? Ему тоже никакая стать воевать! Отчего мы с ним не поделились? Чего? Кто нас врагами сделал? А ну, расступись, казак! А Хлебчук? Пишите, братцы, до востребования! Казак, говорю! Эти соколы орлами полно горе горевать, то ли дело пошатками поле по форме, я к ним заложником, а к нам вот, по-русски знает. Якоб Гофман, будем наглядно знакомы. С праздничком вас! Питер? Гуд морген! Питер! Матвей! Крылов! Матвей, принимай заложника, веди в окоп. Покалякай с ним, просвети. Я человек темный, Илью Семеновича лучше. Ничего, для стражи сойдешь, держи. Витте,
А мы пошли. Конечно, не могёт. Ничего, научится. Порваны? Пите, Кевин Семир, Якоб Хоффман, чемпион. Все может сделать. Сделал бы ты, братец, мир. Мир, ку, революция, сэр, ку. Абер, раньше на все должен быть das Ordnung, порядок. Не разбираюсь я в партии. По этой части Илья Семенович молод, а с пониманием. Максимальный нархист. Где? Нархист! Никаких, говорит, властей не надо. Всех, говорит, резать, кто домой не пущает. Meine Ilse, meine Kinder. Danke. Не грусти, Герман. Авось отыщется, правда? Вот слыхал я на деревне, пошли когда-то мужики правду искать. Шли они, шли, шли, шли. Надо верных людей послать в Питер, не заседать, не галдеть, а прикладом об стол. Дай мир! Крою! Наши кроют, и ваши! Не дают продаваться! Илья Семенович! Илья Семенович! Ты зачем здесь, Илья Семенович? Убьют! Это чтобы в ту же дыру второй раз. Этого сам Господь Бог не сделает. Что, ребята, собирались наши в Питер делегатов слать, а теперь все наповал? Не все. Вон бежит кто-то. Отчаяние!
ничего не боимся. А ты чего жизнью бросаешься? Нет во мне жизни. Давно нет. Я ведь на фронте 3 года. Девчонкой приехала. Думала, на войне подвиги, слава. Князь Андрей бежит со знаменем. И нет ничего. Ни славы, ни знамени. Одна грязь. Изъян соскучилась. Тоже мне княжна из пшена. Раньше была я прачкой и звала Лукерья, а теперь я сестра, сестра Мелодия. Ты чего? Чего ты? Ты чего? Ранены вы. Кровь на плече. На плече. Обмокла кровью душа, а ты... В ту же дыру. И не разорвался. Не просто это. Знак это нам знамение. Не трожь! Товарищи, кончайте войну, путиловцы. Дошли. Снаряды. О мире просят. Что делать будем, Илья Семенович? Открывай митинг. Открывай митинг, Матвей. Открывай митинг. Митинг объявляю раскрытым. Предоставляй слово мне. От солдат слово скажет Сорокин Илья Семенович. Много, очень много не увидят родных деревень, своих отцов, матерей. Вышла из терпения окопная мука солдата. От имени 5-й роты мы 2 неизвестных солдат, Илья Сорокин и Матвей Крылов, берем на себя дошагать до Питера, кончить войну, установить мир всем народам. Прошу оставшихся в жизни поднять руки, кто за. Пока все. Что будет, известим. Это не есть порядок, чтоб 2 солдата такое сделали. Абер желает успеха. Пойдешь с нами, заложник ты. С нами пойдешь свидетелем. Доставай шинель папаху, сойдешь за нашего. Питер. Ты куда? Ранены вы, а я сестра. Знаем мы вашего брата, сестру милосердную. С офицерьем вы милосердны. Нельзя ее здесь оставлять, совсем глупую. Ладно, возьмем пока. Двинулись! Погоди. Может быть, не вернемся. Прощай, фронт. Скалеченные из-за тебя тела и души. А есть за что и спасибо сказать. Пришли мы сюда, темные, колотили по нам, как вальком из орудий. Зато научились, на какой бекрень шапку бекренить. Прощай, будь ты проклят. Thank you.
подай дело. Генерал не войдет. А что же мы, три нежных чина? И ты еще тут путляешься, навязалась на нашу шею, княжна. Граждане солдаты, вы можете... Ну чего уши развесят? Болтают, а нам дело, дело. Непрерывное заседание Временного правительства по вопросу о мире продолжается. А ежели о мире, зачем этот эшелон в Питер с пушками идет? Мебели им не хватает в Зимнем дворце для заседания. На пушках хотят сидеть. Генералам жизнь, а нам... Excusez-moi, votre excellence. Nous nous sommes déjà rencontrés. Permettez-moi de vous rappeler, mon père est le général Kartsev, professeur à... mais oui, Ivan Ivanovich. Et vous? Ольга Ивановна. Ольга Ивановна. Мой отец очень болен. А? Мне надо спешно в Петроград. Этот состав и идет в Петроград. Прошу. Но со мной денщики. В наше время без эскорта. Живо, замри. Пропустите. Да нелегко вам пришлось, Ольга Ивановна. Дочь профессора, воспитанница Смольного института и вдруг с мужиками на фронт. Ну, теперь вашей эскападе конец. Могу сообщить вам совершенно конфиденциально. Я ездил со специальной миссией к командующим. В ближайшее время мы заключаем мир с врагом. Мир? Мир! Мир, говорит! Что? Мир, говорит, с врагом. Завтра же мир. Вита, Вита. Да, миссия, говорит, у него такая. И в Питер ехать незачем. Садись, Илья Семенович! Пиши на деревню моей Татьяне Петровне. Татьяна Петровна, жди, мол, вернусь вскоре. Да. Что такое? Так что рыдаю, ваше сходительство. Жену вспомнил. 3 года не видел. Скоро увидите. Вернетесь в родные деревни. Ольга вам, предложите нашим героям вина. Ты что здесь делаешь? Довольно крови. Найдется вам дело и в мирной России. Пахать поля, пасти лошадей. Я, братцы, и сам лошадник. Мои скакуны призы брали, еще будут брать. Заживем, как прежде, сытно, весело. Ура! Чего ты орешь? Абер, он сказал мир, порядок, жить как прежде. Разве вы против мир? Против миру? Я не против. Я против, как прежде, пахать будем, пасти лошадей. И откуда у меня лошадей? Была худая кобыла, да сплыла. Хватайте его! Ты следи! Сбивай его! Ты зачем сюда собрался, а? Зачем? Да буду я тебе говорить... Чёрт! Ты потише, когда с тобой по-хорошему! Испугался я вас, генеральские прислужники! Да не ври, не ври! Никому мы не служим! И генерала не трожь, ни другим чита, а солдат жалеет. Пожалел, волк кобыл, оставил хвост до гриву. Ну-ну, шагай, шагай. И откуда он про мою кобылу знает? Нет, Ольга Ивановна, Смольный теперь не тот. Там теперь эти большевики.
Ну ничего, немцы им покажут. Немцы? Войдите. Задержим на площадке, ваше происходительство. Пробрался до станции. Кто такой? Довелось нам услышать, гражданин генерал. С оружием в Питер идете, советы давите. Арестовать. Это немецкий шпион. Балуй. А насчет немца вы, гражданин, помолчали бы. В Ригу немца пустили, а теперь желаете Петроград сдать, свободу отнять. Не балуй, говорю. Не выйдет, гражданин хороший. Не позволим. Заткнуть ему рот. Прощения просим. Желательно нам, позиционным солдатам, ответ получить. Кто же это собирается Питер сдавать, свободу душить? Кругомарш, службы не знаете, мерзавцы. На им, ваше сходительство! Резать не будем, шуму много. Бумаги его заберем. Пригодятся. А ну марш на крышу, кто с нами? Идем на крышу, лишь бы до миру дойти. Давай, Герман, лети. Сейчас лету. Не отставай! Как же ты один решился? А почему один? Не один! Отцеплять, что ли? Давай, отцеплять! Генеральские? Спер? Не спер, а экспроприировал. Учен! Илья Семенович? Ума палата! Книгу насквозь знает этого. Как его? Кропоткина. Вот. Анархист, что ли? Ага. Анархия, говорит, мать порядка. А насчет властей, ну... Всякая власть есть насилие. Мы за культ свободной личности. Читал. В свободной коммуне. Газета такая, знаешь? Как свободная личность могу не знать. И чё ты к нему привязался? И чё ты нас агитируешь? Сами мы с усами. И уши у нас на замке. И что же ты личность читал по анархизму? Кропоткина. От всего ты свободен. И от анархизма тоже. Правильно сказано у товарища Энгельса. Анархизм – это социализм дураков. За что обзываешь? Мы тебя вооруженной силой поддержали, а ты обзывать. Ты смотри, может быть, осерчаем. Убери винтовку. Испугался я очень. Тех винтовок тут тысячи на фронт едет. Сказал, где Питер, а где фронт? Какой Питер? Ну поезд-то в Питер идет. Там Питер, на севере, а мы на запад идем. Генерал эшелон с фронта в столицу направил, а мы его обратно на фронт. Для порядка. Стой! Какой фронт? Поворачивай! А ты что, княжна, глядела? А еще ученая. Правду, княжна? К примеру, Галиция. Не княжна я. Это они меня так прозвали. Что ж вы с ними, с младенцами, связались? С ними, видишь, и поговорить нельзя. Не ругайте их. У них цель.
Горение. Причудливо выражается по книжному. Смольный институт. Бывали мы и в Смольном. Нам бы сейчас туда. Да каждому свое место. Гарнизону в столице, фронтовику на фронт. А сестре? По усмотрению. Чего это вы с ним, Ольга Ивановна? Явственный соблизвон. На фронт едет, оружие везет. Черный он реакции, а проще кадет. Угадали. Ленинцы мы, большевики. Меня товарищ Егор кличут. Значит, верно мы думали. Все партии брешут. Кричали, большевики за мир, а не обратно воевать. Что с ним делать будем, Илья Семенович? Сбросить на всем летящем ходу. Я тебя сброшу. Испугался анархист, что на фронт? Не испугались, не знаешь, молчи. Вместе у нас. Идем в Питер все власти на штык взять, войну кончить. Так вот, на пару? Тебя не попросим. Что про вас говорил, остается в силе. Не агитируй ты нас. Все равно с пути не собьешь. Собьют. Он, видишь, летит. Илья Семенович, прыгай! Остался. Проведали. Кружится. В нас целится. Вас попадет не беда, а вот если в тыльный. А что там в тыльном? Сокровище. Порох. Куда, княжна? Убьет. Матвей Кузьмич, что с вами? Ранены? Ну что ты путляешься? Не можем мы помереть. Миссия у нас. Должно не в задний попал. В него. Шампан? Сардина! Договорился спекулянт с генералом. Порох выгрузил, а свое спекулянское сунул. Вот когда будем всех спекулянтов резать, этого пощадим. Стоять, что ли, будем? Зачем стоять? Ехать надо. Слушай, Орел! Пороху нет, вести нечего. Едем с нами в Питер. А? Мы к твоей линии зла не имеем. Вот одолжили. Было бы время, поговорили, да ехать надо. За Россию мы отвечаем, понял ты? Дисциплина. Все ты читал, а не знаешь. Дисциплина отменена. Наша нет. Это какая такая ваша? Партийная. Христом Богом молю. Не говорит и Лазунгов. Наслушались мы их, кадеты, эсеры, меньшевики, большевики. Аж уши вспухли. Посулов много, а дел никаких. Своими руками, ногами должны все вымерить. Ладно, шагайте, мерите. А за мир не тревожьтесь. Есть кому побеспокоиться. Спасибо вам. А пессимизм бросьте. Пессимисты — это те же враги. Постойте. Вы ранены. Я с вами. Ты чего? Покидать нас вместе и наши. Ваша сестра не нужна. А там мое место. Прощайте, Илья Семенович. Прощайте, Матвей Кузьмич. Сардина. Слава русская,
чего ее жалеть? Я никого не жалею и сам убью, кто пожалеет. Пошли. По шпалям? Зачем по шпалам? Лесом ближе. Непрерывное шагание продолжается. Пошли они и лесом, а в лесу, известное дело, все случается. Он затем кустом смерть, а затем еще хуже соблазн большой. И как от них уберечься? Ильф! Трудно. Куда ты зашел? Герман! Ильф! Ильф! Герман! Держись! Герман! Мой Гот! Мой Гот! Моя Ильф! Без ночья пошли! Держи! Илюша! Илья Семенович, скажи что-нибудь на прощание! Анархия, мать порядка! Прощай, Матвей! Илюша! Хватайте, ну! Ты откуда, из сказки? Из лесу. Не фея, а Христя. А что ж вы в болото залезли? Сгинули бы, не пройти. Ты же ходишь. Тутошная я. Из деревни. Тропу знаю. Где, где деревня? Там, в лесу. А ежели в Питер пойти? Лесом ближе, чем шпалами. А вот и ближе. Давай, веди скорей. А вот нет. Как нет? Не шути. Может быть, застрелим. Вот нет. Не застрелите. Кто же вас через 3 часа поведет? А почему через 3? А я куда иду? Куда? За 7 верст, Славочка. Мне подарки купить надо. Какие подарки? И вести. Пашенька замуж идет. Жених к ней вернулся. С фронта? Из госпиталя. С лица так посмуглел. Красивый. Ноги по коленка нет. Глаза. А все же живой. Красивый. Жениться может. А? Жениться может, вот главное. И женится, нынче женится. Радость будет. А может, дойдете на свадьбу? Вот радость будет. И подарки будут. Веди на дорогу. Вот. 293-го пехотного Ижорского полка рядовой Сверкун Петр. Здравия желаю. Спасибо. Здоровый. Не померли, а, сдается, попали в дивный рай. Нынче дивного на свете нет. С небес стреляют, царя спихнули, и мы живем тихо, не сетуем. Прошу не обидеть, пожаловать. Дозвольте обратиться к своему брату-солдату. Выпить с ним за приятность. Одно у нас с ним ремесло – война. Тут не буду я пить за войну, забодай ее жаба. Я выпиваю за мир, который всего дороже. А также за новых брачных, что рвутся делом заняться, детей рожать, хлеб растить, улучшать мировую ситуацию. Все еще нам, людям, горько. Прошу подсластить
Колька! Айц! Свай! Ох, и умны ж вы, солдатик. Хоть какую бабу листить можете. Сейчас нам одна баба нужна. И какая, позволю спросить? Правда. Будто у вас жены нету. Есть жена, писем ждет, а я не пишу. Вот как поверю, мир, сейчас письмо. Жди, иду. Ох, и долго же вам ходить-то. Остались бы. Чего это вы? И еще скажу вам, Христе, при анархизме мужчины и женщины будут как бы совсем равноправны. Скажите. И жить будет очень просто. Захотел есть, бери ешь. Захотел пить, пей и безо всякой оплаты. Скажите. Если полюбишь, то прямо скажи «люблю» и конец. Скажите. Вместо царей бы вас поставили. Ну, вы женаты, вы бы так, в гостях. А молодого женили бы. Нельзя, война. Да что война? От войны мы совсем в стороне, болотами окружились. Живем мы сытно. Вот только керосину до мужиков маловато. Остались бы хоть на время. Остаться просят. Зазимовать. Ты как, Герман? Что скажет? Ильза! Что делать будем? Ну, говори, я, Семен! Приказ, что ли, вас шагать? Всякий приказ есть насилие. Хочу, иду, а хочу. А может, в самом деле побыть? Сил для дороги набраться. Горько! Прощения просим. Не скажете. Слух прошел. Человек такой объявился. Еленин. И что же он хочет? Прощения просим. Слыхать слыхал. А в точности? Нет, не знаю. Не видишь, сплю. Разве наша вина, что война?
пусть кто виноват, расхлебывает. А мы свое право выправили. А за войну, он сказал, есть кому потревожиться. Кто сказал? Егор. Врет твой Егор. Может быть, врет. Только понятия у них. Россию в обиду не дают. Мы сардины жрем, баб жмем, а Россия... А мы спать. Поспим. Солдат спит, служба идет. Вставай, солдат. Стоп! Ауф, Герман! Непрерывное шагание продолжает. Пить ты! Обещал я вам были рассказать, разве так в том году бывало? Шли тогда солдаты с фронтов в деревни. И никуда дальше. Отвоевались. А мои три солдата не так, как другие. Мимо всех деревень идут и идут. Ну, пойдем и мы. Дезертиры подались. Давно пора. Куда прете, чего ищете? Ищем мы Семен Мира. Только ты! Да я по дешевке! За что боролись? А я в ресторан встречи друзей. Как раз точненько. Да мы... Идемте, идемте. Теперь демократия. Кому балыка, кому булыжник. Пора, граждане. Разыгрывается с аукциона цепи. Бабушки революции! Привет! Жертвы царизма! Брешко, Брешковской! 3 рубля 5 копеек. Человек! Слушай, 4 раза фасоль! Ты, значит, древнюю! Ну и дураки! Я лично приспособился к городу! Цивилизация! Мы не в деревню, мы... Мы в Питер своими руками мир добыли. Своими руками? Руки для дела нужны. Что мне воины, что мне мира я? Идейный дезертир. Мир надо ногами. Топ, топ, топ. Только не всем. Пусть кобылка твоюет. Что дают? Предложат деньги, берите доллары. Ведро Вильсон, президент. Цивилизация. Сардины. Сейчас,
не за вагон. Смешно! Светлый тюник из атласа, а блузка корсаж. Мир, братцы, чепуха. Сырость. Мне войну подавай. На ней кто теряет, а кто и хватает. Это я вам партийно скажу. Какой же ты, Сенечка, партии? Всех. Ни одной не обижу. В настоящий текущий момент выжидает, какая верх возьмет, кто и приспособлен. Эх, мне бы, товарищи граждане, только бы угадать. Скочить бы точненько. Я тогда развернусь. До таких высот дойду. Дорогу анархии! Руки вверх! По поручению Энской организации анархистов-индивидуалистов предлагаю провести добровольный сбор пожертвований. Маэстро, сыграйте гимн «Черное знамя». На этих не стоит тратить динамит. Извиняйте, темных солдат. Как вы насчет Кропоткина? Выдохся. Единственное крайнее это мы. И тем, кто будет сомневаться. Смерть, смерть, смерть! Смерть! Я отбиту! Какой ты, забодай тебя, жаба, анархий! Вор ты! Катюх! Стрелять тебя надо за пошлые речи! Чемодан так давайте! Покиньте! Разбирайте, граждане, кто чего, добровольно! Позвольте, позвольте, за что боролись? Позвольте, позвольте, это можно... Что же это вы, господа поручики, с оружием кого спугались? Цепи бабушки революции, Брешко-Брешковская. Сказали мы им. 3 рубля 15 копеек. Кто больше? Прошу остаться на местах. Проверка документов. Вот уж верно. Встреча друзей. Документы. Солдаты, мы товарищи Саул. 5-й рота. Увольнительные есть? Дезертиры. Они оскорбили все офицерство! Я офицерство! Это большевики! Весна полети! Сдавать! Там не есть порядок! Щадите порядок! Стенки большевиков! Гуляй, гуляй, большевик! Так ведь подметка! А у меня что, железные? О! А тебе только туды? Шагай! И чего ты с ним толкуешь? Помирать так достойно. Помереть всегда успеем. А вдруг не помрем? Иже! Животом мается. На заречи девица в
обед чечевица, в ужин и во сне она проклятая чечевица. А мы что, по-твоему, варенью крыжовенную лопаем? Ну, шагай, не гдивай. Так пошли солдаты в сторонку от своего пути. А путь их был совсем рядом, на север, Питер. И по тому пути двигались поезда, может, и вам знакомы. И ехали в тех поездах люди, тоже, может, знакомые вам. Илья Семенович, Матвей Кузьмич! Вернуться солдаты к товарищам в погибшую пятую роту. Спросят товарищи, что ж вы такие-сякие? Взялись дойти и не дошли. На что надеялись? И в самом деле, на что? Сестричка, вы как здесь? Чего горюете? Как же мне не горевать, Матвей Кузьмич? Поезд начальства обратно в Питер отправил. И Егора арестовали. И вас расстреляли. Ольга Ивановна, чего вы удивляетесь? Что живы мы? Так ведь мимо стреляли. Это мы сразу поняли. Казаки, а все ж кумекают. Илья Семенович, Гофман живы. Конечно, живы. Не можем мы помереть. Мессия. Вот и винтовки наши оставили. Ох, позаржавели наши винтовочки. И шинельки наши серые поистрепались. Ничего, дотянут. Ну, серый отряд, пошли. Матвей Кузьмич. Илюша! Yeah.
Фигерма! Хороший гром, неубийственный! Шли, шли солдаты и пришли в городок. От Питера недалеко, а еще ближе к фронту. Только был этот фронт или не был, никто толком не знал. Никого. Фронт близко. Испугались, что немцы придут, ушли все. Немец пришел, и он хочет кушать. Ешь сардины. Сардины больше и не мочь. А? Хочу кольбас. Сделай, Цвендрей, появится. Шинель на тебе, русская. И соображение должно быть русское. Русский солдат день не ест, два не ест. Поспит и тем сыт. Не ест русский. Я есть герман, и я хочу кушать. Доннерветер, 2000 тайфель, ферфлюхте швайне банде. Немцы! Позвольте мне от имени зажиточных горожан приветствовать передового представителя победоносной армии императора Вильгельма. Как бывший городской голова, осмелюсь преподнести хлеб-соль. Мы твои пленные. Das sind meine Gefangene. Как передний солдат кайзер Фильхенхо. Объявляю этот город ай, цвай, драй, частью Германской империи. Хох! Ура! Разрешите предложить вино, сигары, сардины? Keine Sardine. Хочу Kolbas. Как русский патриот, я предлагаю свои услуги на случай образования правителя. Пардон, как бывший городской глава. Молчать! Где мой Kolbas? Желали откушать? Я не желаю откушать. Я желаю знать, Фарук, почему Якоб Гофман должен воевать и не кушать, а вы слушать музык и кушать, Фарук? Изволите ли видеть? То не есть! Изволите, то есть непорядок, то есть... Немцихаст! Позвольте от имени зажиточных горожан приветствовать передового представителя победоносной армии императора Вильгельма. Ура! Ура! За себя, впрочем, от всей пятой роты, выпусти! Ну, русский человек, а немецкий приказ выполняй. Кого власть, того и приказ. Женский пол. Княжна. Женский пол вправо, мужеский пол влево. Что же это у тебя? Камеры без замка. Непорядок. В коридоре немец. У дверей немец, у ворот немец и в городе немец. Он тебе и без замка порядок наведет. Не надо! Порядок! Сидь ты, богом убитый! Прощайте, Ольга Ивановна. Допутлялись,
Прощайте, Матвей Кузьмич. Здравия желаю! Здрасте. И вас-то за что? За это самое. Понятно. Стал быть, за политику. Может быть. А у вас зачем? Да, мы по-нашему, по крестьянскому вопросу. Вот вы, видать, люди большие. Ну, стал быть, большевики. Да какие да. мы тебе большевики? Медаль на нас большевицкая или что? Казаки нас за большевиков расстреляли. Теперь вы. Будто уж кроме большевиков на свете и хороших людей нет. Таятся. Да. А вы не тревожьтесь. Мы ж понимаем, что вам, большевикам, теперь таиться надо. Говорят тебе не большевики. Ну да ясно, не большевики. Так вот объясните вы нам, Павел, по-вашему, что же это получается? Наши князья Белозерские от свободы бежали? Бежали. Именья бросили. А мы это имение. Хватит! Не хватит! А как это? Экспроприировали. Во-во-во, и я говорю. А немцы обратно князей в именья, а нас обратно в тюрьму. Вот я и вас спрашиваю, где порядок? Нет, нет порядок. Вот и я говорю. Господи, пущай расстреляют или там живьем в землю, только дали мне перед смертью князя какого-нибудь, либо немца. Вот вы человек понимающий. Бить возможен, Зинок. Братцы! Немец! Стойте! Какой он самого завода немец! Верман он! Свой, сермяжный! От всей Германии это как его? Делегат личность неприкосновенная! А чего же у него вон там? Ихний лейтенант ему в личность неприкосновенную дал. А, в личность? Значит, свой. Да. А, бери. Да мне люди добрые сунули. Спасибо. Княжна! Княжна! Я! Лови! Княжна! Не наш Белозерский, а княжна! Ну что ты все с кулаками лезешь? Своя она! Серемяжна? Да. С нами пошла. И что теперь с ней будет? Повесит, как всех. Ну вот что. Вам висеть можно, а нам некогда. Понятно. Эй, Герман! Зови комрада. А вот колбаса поможет. Комра! Комальхия! Дожди! Матвей Кузьмич! Немцы! Давай, прячься! Женский пол, не вопи. Значит так, сейчас приговор объявят, а потом вешать вас поведут. У немцев уж такой порядок, без бумаги нельзя. Это конечно, с бумагой помирать легче. А как же, милый? Да, сбив. Ну, значит, приказ. О чем думаешь, Илья Семенович? Вот выберут ее там на болотах, делегат. Приедет она в Питер. Кто? Кристи. Верил я тебе, уважал, а ты смерть на подходе, немец в городе, и в такую минуту ты о бабе.
Говорю тебе, Илья Семенович, бойся коня сзади, а бабу... Матвей Кузьмич, бегут! Бегут немцы! Ты-то дайте мне тот лейтенант! Ты-то! А, знакомые лица! Егор! Узнали? Здравствуйте, Ольга Ивановна! Я вижу, им без вас никак не обойтись. Тебя же арестовали. А, день на день не приходится. Меня под арест, я под арест. Сюда. Я вижу вас тоже. Тоже. Свободные, выходите. Герман! Свободные! Порядок. А как же, скажите, немцы? Побили их, отец. О, братцы, бабы! Ай да, князья, молодежь! Разрешите предложить услуги. Здешний надзиратель. Ну как же, Иван Петрович, встречались в 15-м году. Не припомню. Ну, двери тогда на запоре были, не то, что сейчас, в 17-м. Взять его. Господин Михайлов, шестая камера. Правильно. Ну что же ты, Миша? А это еще что там? Самосуды отставить. Никак нет, по всей законности. Как гидру международной буржуазии. Ежели как гидру, не видел, молчу. Анархия, мать порядка. А винтовочки, я думаю, ваши? Наши. Держи. А может, с нами пойдете? Как же пятая рота? Шли мы через болото и смерть. Не знаем, дойдем ли. А идти клятву дали. Дойдете. Недалеко. Сейчас проулком налево, на шоссе и в гору. Становись! Счастливый путь. Легкий ветер. Слушай, Орел, сыты мы войной, а солдат солдату брат. Не серчай ты на нас, темных людей, что путя у нас разные. Ничего, авось встретимся. Пессимисты, те же враги. Хорошая песня. И люди хорошие, пределе, партийные. А у нас один Илья анархист. Никакой я не анархист. Начинаю жизнь. Давай, начинай. Ну, это после. А теперь нам шагать. Уже недалеко. Пошли. Вот и дошли мы с вами до цели, до Петрограда. Пришли вечером 26 октября. Только какой день, не знали. И что на свете творится, не знали. Одно знали. Шагать во дворец, миру добиться. Клятву сдержать. Это еще что за идол? Египетский сфинкс. 2000 лет. А. Задавал загадки, кто не отгадает, съедал. Съедал? Вот я сейчас эту сфинксу спрошу, не ответит, пущай Герман ее жрет. Пить-то!
И что это за страшная тишина в городе? У-у. Родное что-то. Обратно война, ну вперед! Пострелять будем! Стреляй в свои! Вы что тут делаете? Лечения нет, лобы! Стреляли наших юнкера! Вышибаем! Атаковать надо! Атаковали! Вон лежа! Куда, княжна? Княжна? Да свой на человек! Стреляй, стреляй! Господи, пронеси! Конечно. Не знаете, где найти товарища Подвойского? Ничего мы, друг, не знаем. Самые мы незнающие во всей России. Братцы! Вы зачем сюда? Не затем, зачем и мы? Может быть. А вы зачем? Да вы... А, иду! Пропали все наши. Не пройдем. Пройдем. Пошли. Не попадем. Кто им солдатское слово о мире скажет? Не туда идем. Вперед, вперед! Сюда на свидание к нам приходили пажи и правоведы. Лезьте. Лезь, правовед, своя она здесь. Лезь так и лезь, давай. О нем много говорено, написано, и вы все, вероятно, немало обсуждали его. Поэтому позвольте мне перейти к чтению декларации, которую должно будет издать избранное вами правительство. Кто это говорит? Не знаешь. Самый главный теперь Ленин. Какой из себя? Лучше не надо.
Рабочее крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих. Гражданочка, милая, помоги, спаси. Что такое? Письмо мне в деревню надо. Как жить надо? Христом Богом молю. С радостью, но не минуты времени. Очень много дел. Пойми, золотая, никак жене не писал. Ждал, придет минута. Всего три слова. Ни родным, ни здоровья. Одно только. Надежда Константиновна, вас ждут. Сейчас иду. Дорогая супруга Татьяна Петровна, и в первых строках... Не надо строк. Пиши главное. Извещаю, что будет мир. Я ворочаюсь вскоре. Извините. Это не может быть, а точно. Сказал об этом самый главный наш мужик. Лучше не надо. Голос на весь свет. Рост богатый. Борода сильная. И фамилия ему Ленин. Ну, товарищ. Пиши, родная, я лучше все знаю. Пиши, ты запомни и детям скажи. Ленин, и это значит войне конец. Неужто кто против? А ну, погодите, умница. Землю! Землю дала советская власть! Не отдадут помещики землю! Не отдадут помещики землю! Не отдадут! Виноват, дорогая. Не так сказал. Будь звездою, исправь. Вернусь вскоре. А может быть не вскоре. Потому что есть нам теперь за что постоять. Есть такая партия, что говорит слово верное и наладит жизнь мирную. Так сдержали клятву солдаты. Дошли по своей тропинке до главной дороги. И с той верной, мирной дороги их никогда никому не свернуть.